В Чебоксарах приступили к строительству кадетского корпуса Приволжского федерального округа. Он создан на базе республиканской школы имени Александра Кочетова. Территория для нового здания уже расчищена. Это заброшенный участок за АДК тракторостроителей. Уже известно, что у нашего кадетского корпуса будет воздушно-космический и военно-морской профиль. Школу на 400 мест планируют открыть в сентябре 2018 года. Там будут учиться дети с 5 класса, которые пополнят ряды военных, сотрудников правоохранительных структур и госслужащих. Строительство новой школы условно разделили на три этапа. Первое и второе – это возведение основного здания и спального корпуса на 250 мест. В последнюю очередь будет построен крытый ледовый каток. Его ведут в эксплуатацию на год позже основного здания.